Всем привет, друзья! С вами снова канал Культ Леса. И мы сегодня на майские праздники решили выбраться в лес и проверить, есть ли грибы в лесу. Но на улице у нас так жарко сегодня. Мы решили начать свой поход с небольшого перекуса. Сейчас сварим кофейку на природе, попьем и отправимся на поиски. Ну, не наберем грибов, наберем зато ландыши. Мы уже видели, как люди ландыши рвут, возят. Значит, мы тоже должны их найти. Ой, это моя прелесть какая классная. Девочка! Девочка, вообще не боится никого. Да какая домашняя черная хрюша? Конечно. Ты красотка такая. Няня вообще не боится ни камеры, ничего. А хвостик что? А, вымазала в речке в этой луже. Какая красивая хрюшечка. Привет. Ну, у нас кушать ничего уже нет, мы все сожрали. Ой, Тёпа, какой пятачок у тебя красивый. Красотка. Ай, ты девочка красивая. Вот так вот, видите, кубанские хрюшки лесные. Друзья, смотрите, сколько сныти. Тут целое полянище. Вот это вот все, вот там, все дальше, это все сныть. Грибов нет, но сныти можно набрать. Просто великое множество. Это просто классно. Вот она, это сныть. Заготовить можно сколько хочешь. Я, пожалуй, возьму, сейчас нарву. Буду ее замораживать. Какая красота, смотрите, ребят. Горная речка. Вика нашла какой-то красивый цветок. Это лопух, да? Ой, какая красота. Птицы поют. Все зелено, все красиво, небо голубое. Супер. Ну вот, друзья, ходим мы по лесу. Сегодня очень жарко. И вообще вся неделя у нас была очень жаркая. Грибов, соответственно, нет. Вообще никаких. То есть есть признаки засохшей мумии, сморчковых и так далее, и так далее. В общем, грибов нет. И мы решили нарвать
вот такого вот растения, точнее, что это, соцветия с этого куста, это называется кликачка. Грузинская закуска, которая зовется джон-джоли. Берутся только соцветия. Желательно, конечно, чтобы они были вообще не распустившиеся бутоны, но у нас они наполовину распустившиеся. Ну, ничего страшного, сейчас очень жарко, и других соцветий в лесу просто нет. Кустов здесь этих очень много, то есть набрать можно сколько хочешь. Главное терпение, чтобы это все нарвать. Поэтому, наверное, рвем. Ну, вот так вот она выглядит, эта кликачка. Как видите, да, это небольшие такие кусты, карликовые деревца такие. Берем мы вот только соцветия. Желательно брать, конечно, в таком вот виде, не распустившемся. Но мы немножко опоздали, и она уже распустилась. Ну ничего, сейчас возьмем. Я уже немножко вот набрала. Сейчас наберем. Тоже не с пустыми руками. Возьмем хотя бы это. Грибов нет, будем пробовать новое для себя блюдо, грузинская закуска. Классно. Нашли полянку с ландышами. Так много их тут, смотрите. Запах просто невероятный. Просто чудесно. Видите, как их тут много. Очень красиво. Хорошо, как сегодня вообще. Замечательно. Пускай даже нет грибов, но мы так хорошо сегодня погуляли. В лесу все цветет, столько цветов, такие ароматы. Птицы поют, заливаются просто. Мы наконец-то нашли кликачку. Набрали. Нашли ландыши, поляну целую. Как они пахнут, чуть-чуть. Не представляете, да, понятно. Чуть-чуть набрали. А, какой сладкий Червать аромат, просто сказочный. Бабочек сколько в лесу, жучки, паучки. Ну, в общем, шикарно. Ну, правда, очень жарко. Сейчас нам нужно ждать, конечно, дождей, которых не прогнозируют пока. И, скорее всего, мы будем уже ждать благородные грибы. Белые, полубелые лисички. Лес уже потихонечку готовится к благородным грибам. Ну что, попробуем, что из этого получится. Из этой грузинской закуски джон-джоли будем пробовать впервые. Ну, надо же открывать для себя какие-то новые блюда. Попробуем. Ну, в принципе, вот и все. Наша прогулка, наверное, уже заканчивается на сегодня. Ну все, всем пока. Оставайтесь.